Всем привет, меня зовут Андрей, вы на канале Industrial Tool. И сегодня у меня на обзоре аккумуляторная дисковая бесщеточная пила, модель XSH04. Как вы видите, пила выполнена в черном цвете, это означает, что она относится к серии субкомпактного инструмента. Эта пила выпущена для американского рынка, в России же эта модель называется DHS600. В Америке линейка LXT делится на три подкатегории. Это LXT X2, где идет два аккумулятора 36 вольт. LXT Premium, это где один аккумулятор, обычный инструмент. И LXT Subcompact. Это инструмент, который имеет компактный вид. И выполняется данный инструмент в корпусе черного цвета. В России же такого деления на подкатегории нет. Как я уже говорил ранее, на пилу установлен бесщеточный двигатель, который развивает скорость 5000 оборотов в минуту. Максимальная глубина пропила при угле 0 градусов это 57 мм, а при угле скоса 45 градусов это 41 мм, а при максимальном угле в 50 градусов это 37 мм. Общая длина пилы 270 мм. Масса данной пилы 2,9-3,2 кг в зависимости от установленного аккумулятора. Ну и как вы поняли, питается данная пила аккумуляторами линейки LXT от 1,5 ампер-часа до 6 ампер-часов. То есть абсолютно любые аккумуляторы этой линейки. Данный инструмент предназначен для прямолинейного, продольного и поперечного пиления, а также для пиления древесины под углом при наличии надежного контакта с распиливаемой деталью. В данной пиле предусмотрена защита от перегрузки, то есть если аккумулятор начнет потреблять большие токи, контроллер автоматически отключит питание. Также в данном инструменте предусмотрена защита от перегрева. При перегреве начинает мигать индикатор аккумулятора в течение 60 секунд. Дайте пиле остыть и можно продолжать работу. Еще в этом инструменте предусмотрен режим высокой скорости и режим высокого крутящего момента. Эти режимы включаются автоматически в зависимости от нагрузки. В комплекте с этим инструментом поставляется параллельный упор, подключается вот сюда, и насадка для подключения пылесоса, пылеотвод. Идет в комплекте с болтом сразу. Ну и давайте поближе посмотрим на внешний вид. На верхней ручке мы видим переключатель для защиты от включения. Сделан он для работы как правой рукой, так и левой. Под указательный палец сделан триггерный выключатель. Спереди сделана дополнительная рукоятка для удобства пиления. На лицевой части пилы мы видим логотип Makita, BL Motor, что означает бесщеточный двигатель, а также значок Brake, то есть в данной пиле также еще есть функция автоматической остановки диска. Так как пила является американской версией, то здесь линейка указана в дюймах. Также на нижнем кожухе указаны расстояния в дюймах. Спереди на кожухе мы видим два отверстия, они предназначены для крепления крюка. Для удобства снятия диска на корпусе предусмотрен хранение ключа. И также для того, чтобы застопорить диск, здесь имеется стопорная пластина. На задней части мы видим разъем для подключения аккумулятора, сверху которого приклеена наклейка с моделью инструмента. Произведена пила в Китае. На верхней части двигателя мы видим два индикатора. Индикатор разряда аккумуляторов и индикатор повышенного крутящего момента. Для установки глубины пиления откидываем рычаг и выставляем необходимую нам глубину. Фиксируем. Для выставления глубины пиления необходимо открутить барашек сзади и освободить рычаг. Выставляем необходимую нам угол пропила 45 градусов, фиксируем. Угол пиления выставлен. Если нам нужно выставить угол в 50 градусов, то здесь есть вот такая собачка, откинули, и пила установилась на большую глубину, на больший угол пиления. Зафиксировали, угол выставлен. Ну и давайте попробуем попилить. Не забываем про очки. Устанавливаю аккумулятор в пятерочку. Пятеркой пила смотрится вполне нормально. С установленным аккумулятором пила удобно ставится вот так на попа. У пилы также еще есть подсветка и система автоматического сдува пыли. Вот здесь сделан выхлоп, и при пилении отсюда идет воздух.
Ну и давайте сделаем несколько пропилов. Вот так работает автоматический тормоз. Вот такие пропилы. Сделаем пропил под 45 градусов. Не хватает немножко глубины. Установим угол поменьше. 15 градусов. Для 15 градусов глубины пропила хватает. Также для тех, кто работает непосредственно на высоте, предусмотрена петелька для подключения строп. Стропы необходимо использовать на нагрузку не менее 4 кг. Есть еще расширенная версия данных пил, у которых имеется подключение Bluetooth модуля. Модель их будет XSH-05 и DHS-661. Ну и в конце пару слов об инструменте. Пила идеально подойдет для кровельщиков, для тех, кто работает на высоте. Благодаря ее компактным размерам, малому весу, ее очень удобно будет использовать на крыше. Ну и в конце ролика давайте что-нибудь разыграем. А разыграем мы сегодня вот такой фирменный термос от компании Makita. Тут имеется сеточка, термос специально для кофе. Условия для выигрыша будут простые: лайк, подписка, комментарий. И ваш канал должен быть открыт. Разыграем мы его, наверное, на стриме, когда будет 5000 подписчиков. И на 5000 подписчиков придумаем какой-нибудь розыгрыш с призом покрупнее. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока. Да, и победитель после стрима должен будет отписаться в течение недели.